Я закончила делать капельницы. Раздала таблетки. Сейчас собираюсь домой. Плохой малыш у меня очень тяжелый, вот здесь. Котята поправились. Глазки у них плохие. Да, операцию надо делать. Ну, покажи глазик, чудо. Ну, ладно. Здесь еще капаю борзую. Она еще тяжелая. Ну, ничего, еще полчасика ее прокапаю. И можно будет ехать домой, да? Здесь малышей уже прокапала. Да, малявки. Здесь у меня такой отсек. Места не хватает. Бытовки нужны. Но пока справляюсь. А это самый тяжелый, я возьму его с собой. Я его приготовила. Он поедет со мной домой. А этих оставлю здесь пока. Ничего. Вот ребенок у меня встал. С утра был кровавый понос. Сегодня еще шатается, но даст Бог поправиться. Маленький мой, ты красавец. Все будет хорошо. Все будет хорошо. Клапки какие. Это не хватает кальция после болезни. Это очень тяжело, да. Ну ничего, это мы лечить будем чуть позже. Страшно, лапки. Ничего, ребята. Постараемся. Так что такие дела. На улице уже темно, свет горит. Там уже темно, все спят. Нам сегодня подарили 30 мешков корма. Это весь наш корм. Забрала домой самого маленького, самого слабенького. Мне не нравится его состояние. Попробую его пару дней подержать. Разместить негде. Поэтому в ванной. А здесь... Вот они все, тараканчики. Эй, манявки. Раз, два, три, четыре. Здесь пятеро. Здесь пятеро. Да, Жужка? Эй, вот еще козленок. Да-да-да. Вот так. Поэтому одного пришлось в ванной, самого тяжелого. Я только зашла. Ничего, разместила малышню. Я их прокапала, а потом забрала с собой. Мне нельзя было оставлять их в приюте, мне не нравится их состояние. Поэтому я еще здесь их подпою сиропом сегодня. И в крайнем случае подпою водичкой. И завтра пораньше утром дам. Возможно, это вытянет их. Ну ладно. А на кухне товарищ наш. Да, малышка? Ты как целый день один без нас? А, солнышко? Перевязку будем утром делать. Жужа, ты там? Там Жужа. Ну, все хорошо. Сейчас забинтую. Бронхолинку наложили. Так, со всех сторон. Хорошо. Ну что, малышка? Так, девочки, передняя лапка хорошо. Все стянулось. А вот задняя лапка у нас тяжелая. Можешь одной рукой хвостик подержать? Вот так вот здесь у нас. Не бойся, маленький, сейчас. Но края уже, видите, грануляция начинается. Розовая. Края начнутся. Просто очень страшно пока. Все, держи. Да, хватит, не бойся.
Все будет хорошо. У малыша рахит лапок. Арчику необходима помощь. Ему не хватает кальция в организме, не хватает витаминов. Таких, как Арчик, у нас трое. Они не могут стоять на лапках, они стоят на локтях. Друзья, пожалуйста, нам очень нужна помощь для этих детей. Кто им поможет? Кроме нас, людей. Ребят, кроме нас, кто им поможет? Они же верят нам. Они смотрят на нас, как дети. Разум у собаки 3-5-летнего ребенка. Это дети. Дети планеты Земля. Такие же, как и мы. Высокопарно немного. Я не знаю, что сказать, ребят. Мне просто очень жалко их. Вот по-настоящему очень жалко. Особенно, когда смотрю им в глаза. И поэтому призываю вас, ребят, посмотрев наш ролик, не пожалейте. Отправьте на телефон, на карту 100 или 50 рублей. Пожалуйста, ребята, по возможности, я прошу вас. Откликайтесь. Несите добро. И пусть оно к вам вернется лавиной счастья, доброты и успеха, и удачи, и благополучия. Спасибо вам за все. Ну вот и вечер. Закончены капельницы. Сделаны уколы. Да, малыши? Последняя капельница. Уже заканчиваем. На улице почти стемнело. Вот еще один рабочий день прошел. Рабочий день, который мы придумали себе сами. Рабочий день для людей, которые не умеют жить спокойно. И сами не умеют, и вам не дают. Друзья, простите нас за это, пожалуйста. И в то же время, знаете, как говорят, зато не скучно будет уходить. И не стыдно. Потому что на этой земле мы не можем сделать все, но мы хотя бы пытаемся. И оставить после себя каплю добра, по-моему, это самое прекрасное, что может человек. Присоединяйтесь к нам. Вы — наша единственная надежда. Вы — наша жизнь. Это не просто слова. Каждый, кто из вас отзовется, каждый, кто переведет нам 100 рублей, каждый, кто купит нам мешок корма или лекарства, ребята, вашими силами, вашей добротой, вашими молитвами мы живы. Добра вам, люди. И спасибо вам за то, что вы с нами. Спасибо вам за то, что вы были, за то, что вы есть и за то, что вы будете. А я в это верю. Добра вам, мои хорошие. Вот этот детюшечка спит после капельницы. Обиделся бедный. Сейчас подстелим. И детеныш будет спать дальше. Ребята, у него тяжелое. Маленький мой. Подними головку, детка. Да. Мое солнышко. Таких малышей вытаскивать очень трудно, ребята. Вы же знаете. Вы же видите наши фотографии. Вы видите наши ролики. Этого малявочку я прокапала. Образую девочку. Сейчас капаю. Да, малышка? Образую девочку, мы сейчас капаем, вон так сделали, потому что она лежит, потому что ее в такой ящичек не засунешь. Вот здесь у нас глюкоза. Будем сейчас капать. Сейчас метрогил прокапается, антибиотик мы ей уже укололи. Тоже очень тяжелая девочка, ребята. То выздоравливает, то опять сваливается, то выздоравливает, то сваливается, потому что у нее вообще нет иммунки, она очень истощена, и к тому же у нее нос забит полностью. Ребята, мы пытаемся делать, что можем. Но без вашей помощи это нереально. Нереально, мои хорошие, вы понимаете? Посмотрите на нее. Скажите, вы бы желали на ее месте видеть вашего питомца? Вот просто, понимаете? А у нее ведь никого нет, кроме вас.
Вот у этой малышки никого нет, кроме вас, кто пожалел бы ее, кто посочувствовал бы, кто помог. Кроме вас, друзья, кроме вас, ни у кого у них нет.